Обновленные патриаршие сады становятся самым популярным местом у молодых для прогулки и фотосессии. Именно здесь решили поженить 6 пар в День семьи, любви и верности. Прогуливаясь по живописным местам, молодожены загадали желание, ударив в колокол любви, и собрали свою ромашку. Этот цветок является символом праздника. Уважение, любовь, терпимость, поддержка, дружба, честность, забота, вера. Верность, дети. Это надо было первое. Первое что? Дети, доверие, уважение. И снова. Любовь, терпимость. И так каждый год. Все нужно. Нет лишнего. Нужно все лишнее, ничего нет. Можно только добавлять. Однако главный сюрприз ждал молодоженов впереди. С главной площади Патриаршего сада без всякой машины времени можно было попасть прямо в эпоху Петра Первого. Такие церемонии в русском стиле, когда он с Петром Февронием были на народном стиле. А сейчас немножко из-за того, что у нас появились фонтаны и такая немножко проекция на Петербург, Петергоф с его великолепными фонтанами. И решили попробовать. На мой взгляд, это все очень удалось. Зрителям и гостям и молодым очень понравилось. Регистрация – самое что ни на есть официальное. Клятвы быть вместе в горе и радости, обмен кольцами и выдача свидетельств о регистрации брака. В соответствии с законом Российской Федерации, вас, Толкунов Никита, и вас, Зинаида Юлия, объявляю мужем и женой. Иван и Кристина шли к свадьбе 2 года. Последние недели как на иголках, говорят молодые. Особенно переживали из-за испортившейся погоды. Однако дождь и ветер обошел супругов стороной. И 8 июля они отмечают сразу несколько событий. Кристина, именно 8 числа хотела? Или... Да, мы уже задумали, потому что уже у супруга 7 числа день рождения. 8 у нас свадьба, то есть чтобы все было... Я очень рада за выбор своей дочери, потому что Иван – это такой, ну, он действительно мужчина, на которого можно положиться, и она с ним будет как за каменной стеной. Нумерологические изыски постепенно сходят на нет, говорят сотрудники ЗАГСа. Другое дело – праздники. Связать себя узами брака во время событий всероссийского масштаба, особенно в День семьи, любви и верности, хотят все больше влюбленных. Сегодня ЗАГС работает в 2 направлениях. Во дворце бракосочетания 47 пар сегодня будет принято. Там тоже театрализация, там тоже Петр и Феврония встречает наших пар. Там тоже много сюрпризов и красивых моментов. Ну, а вторая часть работает здесь, в Патриарших садах. Алексей Дудин, Дмитрий Монапов, 6 канал.